球不能乱动，不能跑这个地方，看这不对。生两个劳工对劳工。面积明确，他也就说工资上不是不对。哎，不要跑这个地方了。这不对，施工这时候不是不是不用的。这是路基建筑，那么它主要是那个在建筑上那些东西。单天半。在建筑那些。这样拉。压力。单天半。在建筑那些。这样拉。这个动作可以站高一点，就站那么高都可以。这就是你我说从大块不下去就。对，走，放，对，这个动作也可以做低一点。我是你是。哎，放好，也可以站高一点。我是你是。放好，拉回。来。走。这都可以，他主要练习这个丹田和命门突出出来。啊，这是说都是刚才我们练的这些，那是说这个球就是丹田在转，没有不对，不是双手在转。Здесь смысл не в том, не в движении рука, смысл в движении дантяни. Когда мы делаем, руки должны быть расслаблены. Только вращение дантяни. Здесь развернулись, например, потянули дантяни, тянут мяч. Потом опять развернулись. Можно выше, можно ниже стойки делать. Сначала можно высокий. Вот так, чтобы ноги не сильно скалывали. Здесь. Йоха, здесь байхуэ тоже вращается по кругу. Голова тоже, не только рука, вместе с головой. Три центра, они как бы вместе здесь работают. Я не хочу. Верно, шар. Я хочу.
好，坐下来。 对，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 
Техника движения именно, она просто более богатая даже, чем движение самой выражен. То есть шар-тайзи всего три формы, это самая простая. После того, как вы освоите хорошо форму, будет и очень легко, очень приятно тренироваться. То есть там, почему как бы что-то не получается, потому что никогда просто не занимались шаром. 就是不由属于后面他就好了。他现在做了一个太极非常好，这个是外边是木的，外边是木的。现在做了一个太极球。啊，屋里头6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 
就是在皇这个过去这个咱们在皇宫的，就是传了一门太极，才从内功太极。我们把这个太极学好以后，今后我们可以学那一门太极，但这个球必须练。И то есть, когда мы освоим вот этот вариант, мастер покажет нам вариант именно с таких музыкальных тарелок. То есть, в принципе, это очень интересное, как наполненное музыкальное движение. Поэтому, как тренируя его, можно много интересного. Сегодня что-то не освоили, ничего страшного, завтра мы еще будем обязательно повторять у нас 3 дня. Сейчас начальное движение освоите, там потом идет много повторений, но похоже движение. Ну, также есть и много сложных движений. Хорошо, мы держали.
保球。丹田上，丹田周围一点，丹田旁边。这上面劳动向最上面。向对。向一点。劳动向最。到这个地方是抱丹田。两个劳动是火，丹田是水。火在水的旁边走。火在水。两个水啊，火。 一，保重。二，走，一，保重。二，走，一。
看出来牢固，哎，牢固，不要从这里牢固。好，我们坐下来再。
Thank you.
这样当天这样。现在在，这个。而且呢，对，这个呢，反过来这样，跟球一样。这个地方呢，当天这样。当天这样，当天再这样。对，这样的，一样呢，当天上下的。球滚动的，那不能这样。球滚动的，动的。球是动的。上来是。到中端，从下面到中端。从下端点到中端点出去。这个地方呢，一，丹田，气丹田。二。命门。То есть здесь как бы у нас акцент на тень переносится. Когда подтягиваем, когда спина еще такая. Подтягиваемся, мин нас раскрывается. Да. А к себе наоборот. К себе наоборот на тень. Тень идет не чувствуется, да? Тень расширяется, а так мин меняется. Шахой чуть ли мин мой. Здесь мин расширяется. Да. Это дима, тень хахой. Здесь один покруг. Да, до этого. Да. Так и чуя. Так же, как мы вращаемся, так же в данный момент. Да. Это чуть-чуть, когда мы делаем... Да, это чуть-чуть. Да, да, да. 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 Дан Тян Дуан. Отдыхание. 一般的这个吸气啊，跟泰拳是一样。一般的出去呢都是呼气，回来都是吸气。Как правило, везде во всех заведениях дыхание к себе, когда руки движутся. 对，一般的情况下。Вдох от себя выдох. 你看，吸气都回来。Вдох. 呼气。Выдох. 吸气。Вдох.呼气，哎，他一般都是这样。Как правило, во всех стилях. Thank you.
啊，老师想对你开。那一般的气不会怎么疼，跟泰拳还不太一样。Здесь как бы от этой позиции, в принципе, колени не будут болеть. Не так, как от тайза. Здесь единственное, что может быть как вот голень немножко, мышцы голени болеть. То есть вот тайчан там, как правило, там да, болят колени. Также может немножко побаливать область мины. Потому что мы как бы здесь достаточно много как вот наклоняемся, расширяем мину, вот, а можем напрягаться. Но это все хорошее проявление. Вот, то есть поэтому мастер говорит все к тому, чтобы старались постепенно от высоких позиций переходить вниз. 这个第一路呢，拆中右腿用的多。刚才一个学生问了，拆中右腿用的多。А здесь уже спрашивали, то есть в первой форме да, больше работает именно правая нога. 第二路呢是左腿用的多。Вторая форма мне больше работает левая нога. 所以每天打一遍一路二路，两腿是一样的。Поэтому потом выучим вторую форму каждый день делать один раз, скажем, или одинаковое количество раз первую и вторую форму, будут ноги одинаковые.慢慢练对很好。одинаково напрягаться. Постепенно тренировать. 哪个记不清楚说他们有录像你可以看一下。Постепенно как бы видеозаписи будут у всех, и если что-то непонятно, всегда можно смотреть. 好，我们再练两遍来。Сейчас мы будем еще поделать. 最好你练一下。